Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Тверском регионе продолжает пусть медленно, но расти. По-прежнему тревожно за дальнейшее развитие ситуации с распространением заболевания. Удастся ли и впредь удерживать ежесуточный прирост инфицированных в нынешних пределах и как уберечься от заражения? А потому каждый случай заболевания родных и знакомых вызывает особое волнение, даже если диагноз COVID им не ставится. Как себя вести при появлении симптомов ОРВИ, схожих с теми, которые вызывает новый вирус? Об этом в нашем сюжете. Ежедневно в нашем регионе фиксируются десятки новых случаев инфицирования новым вирусом COVID-19. Вот и 27 мая диагноз подтвердился у 46 жителей Тверской области. Скончались еще два человека, выздоровели 26. Особую опасность представляют скрытые, бессимптомные носители вируса COVID-19. Однако есть и такие граждане, которые при наличии характерных симптомов пытаются заниматься самолечением, что, по мнению медиков, недопустимо. Они напоминают, что коронавирус имеет схожую симптоматику с ОРВИ и гриппом. И при любом подъеме температуры нужно обратиться по телефону в поликлинику по месту жительства и, объяснив ситуацию, вызвать медиков. Конечно, в разгар пандемии обеспечить оперативность осмотра всех пациентов участковыми врачами сложно. Региональный Минздрав предупреждает, что сейчас случаются задержки по обслуживанию вызовов врача на дом. И это действительно происходит. Но доктор, тем не менее, должен прийти в день вызова. Известно, что кадровый дефицит в амбулаторно-поликлиническом звене был практически всегда. Но сегодня, когда нагрузка на врачей первичного звена выросла в несколько раз, он ощутим вдвойне. Ведь нынче нередко на одного участкового врача приходится по два участка и от 15 до 40 вызовов ежедневно. В сложившейся ситуации медработники просят соблюдать важнейшие рекомендации: сократить посещение общественных и людных мест, тогда риск заразить кого-то или быть зараженным сводится к нулю, соблюдать правила личной гигиены, держать руки в чистоте, часто мыть их водой с мылом и использовать дезинфицирующие средства, стараться не касаться рта, носа или глаз не мытыми руками. Очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь, клавиатура компьютера, панели оргтехники, смартфоны, носить медицинские маски, всегда прикрывать нос и рот, когда кашляете или чихаете, проветривать помещение. Что же касается симптомов COVID-19, то они не являются высокоспецифичными и очень похожи на ОРВИ и грипп. Это высокая температура, кашель, одышка, высокая вероятность развития пневмонии. В некоторых случаях могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, например, диарея. Что касается угрозы для жизни, то коронавирус опасен по большей части тяжелыми проявлениями респираторного синдрома, вплоть до остановки дыхания. Но пациентами с такими патологиями все же занимаются уже врачи в условиях стационара. Кстати, недавно Минздрав России утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом. В больницу будут класть только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, если температура тела три дня не опускается ниже 38,5 градусов. При этом обязательно госпитализация для граждан из группы риска с хроническими заболеваниями, болезнями крови и онкологией. А а вот перевести на амбулаторное лечение, то есть на долечивание дома, могут при соблюдении пяти условий. Это стойкое улучшение клинической картины, по мнению лечащего врача, отсутствие дыхательной недостаточности, температура тела менее 37,5 градусов, а также при определенных допустимых показателях анализов крови. При этом перевод на амбулаторное долечивание может проводиться до получения второго отрицательного результата лабораторных исследований на коронавирус. И кстати, буквально накануне Минздрав России дал пояснение, при каких условиях пациента считают полностью излеченным от коронавируса и направляют на выписку. Для этого у него должны быть подтверждены следующие важные показатели. Температура тела меньше 37,2 градуса, уровень насыщения крови кислородом выше 96% и два отрицательных анализа на COVID-19 взятых в течение суток. В нашем регионе пока не удается добиться перелома в борьбе с коронавирусом, когда количество выздоровевших становится стабильно больше числа вновь заболевших. А потому еще раз напомним настоятельную рекомендацию врачей, что самое эффективное – это профилактика. Соблюдайте все озвученные рекомендации, и тогда вы не только убережете себя и своих близких от тяжелой болезни, но и поможете общему делу в противостоянии с опасным вирусом.